Библейский портал экзегет.ру представляет. Сегодня мы оканчиваем наши беседы на библейском портале «Экзегет» по книге «Откровения Иоанна Богослова». И сегодня мы будем читать 22-ю, последнюю главу этой книги книги и последнюю главу всего библейского текста. «И показал мне чистую реку, воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Отца», говорится в первом стихе. итог, итог домостроительства спасения – Чистота, могущая приобщить и нас к себе, светлость, как кристалл, все это проистекает и исходит только от Бога. И Агнца, сына его, Господа нашего, Иисуса Христа. Некогда апостолы шли за Христом, и вопрошали, кто может спастись, на что Христос отвечал словами, ⁇ Человеком это невозможно, но не Богу, ибо Богу все возможно ⁇ И давайте посмотрим, что писали святые отцы о источнике спасения, что может соделать человека, грешного человека чистым, как кристалл. Святитель Василий Великий, комментируя 113-й Псалом, заметил, «Ибо вечный покой ожидает праведно боровшихся в этой жизни не ради заслуг их дел, но по благодати милостивейшего Бога, на которого они Уповали. А блаженный Августин писал: Вы можете провозглашать, что древ... древние праведники обладали огромной праведностью, но все же их спасла только вера в посредника, излившего свою кровь в оставление грехов. И в этом же трактате он писал только во Христе и со Христом мы можем обрести радость вхождения в небесную жизнь. А вот что писал Амбросий Медиаланский. «Я буду хвалиться не потому, что праведен, а потому, что искуплен. Я буду хвалиться не потому, что свободен от грехов, а потому, что мои грехи прощены. Я буду хвалиться не потому, что творил добро, и не потому, что кто-то другой сотворил добро мне, но потому, что Христос – мой заступник пред Отцом Небесным, и потому, что кровь Христова излита за меня. И когда мы смотрим, что писали древние святые отцы, они как раз понимали, что источник чистоты, а в град Божий, в Новый Иерусалим, ничто нечистое не войдет. Это сам Господь, Он источник всякой чистоты и святости. Тот же Амвросий Медиаланский пишет, мы оправдываемся не делами, но верою, потому что немощь нашей плоти препятствует делам, но сияние веры затмевает греховный сдел и удостаивается прощение грехов. Таких высказываний очень много есть у отцов. Например, Григорий Великий пишет если он станет смотреть и на неправедность избранных, то кто устоит? Услышьте, что святой и избранный муж сказал Богу, «Ты снял с меня вину греха моего, зато помолится тебе каждый праведник во время благопотребное». Здесь Григорий вспоминает слова псалмопевца Давида. И также у блаженного Августина мы находим, ты спас их даром. Что значит даром? Ты не находишь ничего такого, ради чего должен был бы спасти, но видишь много такого, за что их следует осудить. И блаженный Ироним Стридонский писал, мы становимся праведными тогда, когда исповедуем себя грешниками. И когда источник нашего спасения видим только во Христе. Итак, 22 глава начинается первым стихом. «И показал мне, то есть ангел показывает Иоанну Богослову, чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца. Среди улиц его, то есть небесного Иерусалима, и по ту и по другую сторону реки древо жизни, двенадцать раз приносящие плоды, дающие на каждый месяц плод свой. И листья дерево для исцеления народов. И третий стих. И ничего уже не будет проклятого. То есть все проклятое, все нечестивое, все это уйдет в гиену, куда будет брошен дьявол, антихрист, зверь и лжепророк, и те, которые последовали за ними. но престол Бога и Агнца будет в нем, в этом граде, и рабы его будут служить ему, и узрют лице его, и имя его будет на челах их». То есть награда для спасенных – это служить Богу, как ангелы, которые вечно служат Богу и восклицают «Свят, свят, свят, Господь. И будут видеть лицо Его, но в Писании сказано, чистые сердцем, а Бога узрят, очищенные кровью Иисуса Христа, прощенные грешники, будут взирать на лице Христа Спасителя. И ночи не будет там, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их и будет царствовать во веки. Андрей Кисарийский пишет, праведники по Слову Христа будут сиять подобно Солнцу, то есть они сами будут сиять как Солнце, и для имеющих, имеющих своим просвещением и царем Господа славы, которым они, воцарившись с ним, будут управляться вечно, не нужен будет свет светильников или солнца. И истолкователи говорят, даже если солнце и будет, его свет померкнет во свете Христа, который своим присутствием будет освещать весь духовный космос. И далее говорится о том, что Христос есть Бог пророков и владыка ангелов. «И сказал мне сии слова, верны и истины». Андрей Кисарийский пишет, «Верны и истины, потому что их произносит сама истина, указав все виденное Изъясненное, как бы через ангела, теперь он говорит от своего лица. И Господь Бог святых пророков, шестой стих, послал ангела своего, показать рабам своим то, чему надлежит быть вскоре, казалось бы. А как же это может произойти вскоре, если этот текст был написан почти две тысячи лет тому назад? Но Бог один день, как тысячи лет. И тысячи лет, как один день. Поэтому в некотором смысле это было сказано только позавчера. И седьмой стих. «Все гряду скоро, блажен» Здесь уже речь ангела сменяет речь самого Христа все гряду скоро, блажен соблюдающие слова пророчества книги сей. Имеется в виду вся полнота библейского откровения, потому что с написанием апокалипсиса пророчества библейского уровня, они уже прекращаются. Пророки были в ветхозаветные времена, были новозаветные пророки. Мы видим мужа по имени Агав, который пророчествовал, что апостол Павел будет э, в плену. Мы видим пророчествующих девиц э, в книге Деяния апостолов, христианских девиц. Мы слышим апостола Павла, который пишет послание Коринфянам в первом, ревнуть о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать. И в то же время в 13 главе 1 Коринфянам Павел пишет, что пророчества прекратятся, языки умолкнут. И на языке прекратились, когда возникли поместные национальные церкви, а пророчество Библейского уровня прекращается с написанием Апокалипсиса, последней книги не только Нового Завета, но и всего библейского откровения. И мы не ждем новой Библии, мы не ищем новых откровений от Бога, кроме того откровения, которое мы имеем в священном писании книг Ветхого и Нового Завета. И я, Иоанн, видел и слышал сие, когда же услышал и увидел пал к ногам ангела, показывающего мне сие, чтобы поклониться ему. Но он сказал мне, смотри, не делай сего, ибо я сослужитель тебе и братьям твоим, пророкам и соблюдающим слова книги сей, Богу поклонись. Ангел, как до этого 24 старца, он не хочет приписывать себе никакой славы, как 24 старца, 12 родоначальников еврейских колен, сыновья Якова и 12 апостолов Иисуса Христа, они сняли свои венцы и положили к ногам Христа Спасителя. И этот ангел, которому поклоняется Иоанн Богослов, он указывает на Бога как и Священное Писание учит, Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи. Далее ангел говорит и сказал мне, не запечатывай слов пророчества книги сей, ибо время близко. Действительно, как мы говорили в самом начале этих бесед, нас больше должен все-таки интересовать личный апокалипсис каждого из нас. И когда человек приближается к кончине своих дней, это его личный апокалипсис. Он переживает собственный Армагеддон, последний агоний. И когда сияние этой жизни гаснет, он видит и демонов, и ангелов, и Христа, грядущего ему навстречу, если он только сохранит веру. Далее говорится 11-12 стих, неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, праведный да творит правду еще, и святый да освещается. И опять слова Христовы, я есть Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний и мы уже говорили о том, что это относится как к смыслу существования всего мира, так и к смыслу существования каждого из нас в отдельности взятого. «Блаженны те, 14 стих, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами». А в этот город можно войти только вратами. Войти вратами – это означает войти через Христа и со Христом. Потому что все, которые пытаются войти в Царствие Божие не через Христа, Он есть дверь. Те суть – воры и разбойники. Они не смогут восхитить блаженство вечной жизни ибо никаких человеческих добродетелей недостаточно для того, чтобы стяжать жизнь вечную. А вне, то есть вне святого города, псы и чародеи, и любодеи, и убийцы, и долослужители, и всякие любящие, и делающие неправду. И далее говорится о том, что церковь и дух, обитающий в ней, ожидают славного пришествия Христова и о которому подвергнутся повреждающие сию книгу. По толкованию некоторых отцов имеется в виду повреждающие не только апокалипсис, но и все библейское откровение, так как апокалипсис закрывает библейское откровение. И здесь мы слышим прямую речь Христа – «Я, Иисус, послал ангела моего засвидетельствовать вам это в церквах». Здесь уже ангелом является Иоанн Богослов. Он пророк и ангел. Так он тоже называется в Апокалипсисе. Каждый апостол совершал посольство Божие и был вестником, ангелом Господа Саваофа. «Я, Иисус, послал ангела моего засвидетельствовать вам это в церквах. То есть это откровение, как и все библейское откровение, оно обращено к народу Божию. Как и сказано, все Писание полезно для научения, для наставления, для обличения. И далее прямая речь Христа. «Я есть корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя, Андрей Кисарийский пишет, звезда утренняя, единица, Христос же, воссиявший нам за утро, тридневен и имеющий явиться святым после настоящей жизни в утро всеобщего воскресения установит нескончаемый день. То есть звезда светлая и утренняя, светлая – это когда воскресение Христова раздирает мрак этого мира, а утренняя конец мира этого мира будет означать начало мира Божия. И утро вечного мира, того дня, который будет незаходимый день в Царстве Божьем, это когда окончится суд, и блаженные услышат слова «Войдите, благословенные, в покой мой, предназначенный вам от сотворения мира». И дух и невеста говорят «Приди», и слышавший да скажет «Приди». Андрей Кисарийский восклицает «Невеста – церковь, и обитающий в ней дух, говорят в сердцах наших – Ава Отче и призывают пришествие Единородного Сына Божия. Также всякий верующий, слушающий учение, молится Богу Отцу, да приидет Царствие Твое. И мы читаем далее уже 18 стих книги Откровения Иоанна Богослова точнее продолжение 17 стиха, ⁇ Жаждущий пусть приходит и желающий пусть берет воду жизни даром ⁇ То есть пока еще есть доступ к этому откровению, пока мы еще можем изучать священное писание Книги Ветхого и Нового Завета по истолкованиям святых отцов да, если бы это было бы и не даром, как бы мы смогли бы оценить значение каждой строчки библейского откровения и святоотеческого комментария. 18 по 19 стих. «И я также свидетельствую» – это уже прямая речь Иоанна Богослова – «всякому слышащему слова пророчества книги сей – если кто приложит, что к ним, к ним, словам или книгам, скорее всего, к книгам библейским, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге Сей, о язвах написано в книге Сей, и если кто отнимет что от слов книги, пророчества сего, вся Библия, апостолы пишут, вернейшее пророческое слово у того отнимет Бог участие в книге жизни и в Святом Граде, и в том, что написано в книге сей. И смотрите, как Андрей Кисарийский объясняет эти слова. «Страшное проклятие на извратителей божественного Писания» то есть всего Писания. Дерзкое безрассудство их злонравие и самолюбие лишит их благ будущего века. И он, то есть Иоанн Богослов, предостерегает нас, чтобы мы не претерпели того же и для этого не прибавляли и не убавляли. Но слова Писания, всего Писания имеется в виду, почитали достовернейшими, славнейшими, И окончание этой удивительной книги ⁇ это опять диалог Бога с человеком, свидетельствующий Сие, говорит, ей гряду скоро. Это говорит Христос. Аминь. Церковь отвечает ⁇ Аминь ⁇ то есть истина так. И народ Божий восклицает, «Ей гряди, Господи Иисусе! Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами! Аминь!» Этими словами благословения для читающих эту книгу, для слушающих эту книгу и завершается Божественный апокалипсис и все, библейское откровение, книг Ветхого и Нового Завета, о которых апостолы говорили, что Слово Божие – это есть светильник, сияющий во тьме, и мы правильно делаем, что обращаемся к Нему.